Сегодня будет у нас The Pearl Beach Resort, который находится на восточном побережье. Я вам сейчас его покажу. А меня зовут Евгений Хаджинов. Я на острове Занзибар. И смотреть мы будем эту бюджетную пятерку в очень живописном месте под названием Мечамви. Регион Мечамви – это скорее юго-восток острова, и ехать сюда около 2 часов. Это зона ресепшена, где люди отдыхают. Там есть центральный бар. И здесь зона для курения кальяна. И красивый вид очень на океан. Центральный бассейн также здесь внизу. В зоне ресепшена, главного, можно сказать, такого холла, здесь организовываются также и завтраки, и обеды, и ужины. И иногда тематические вечера с обедом или ужином организовываются в другой зоне, я вам позже немножко покажу. Это основная зона, в которой собирается весь отель на протяжении дня. За счет того, что отель на возвышенности, это место очень колоритное. Каждый вечер какие-то программы. Стоимость на кальян. На Infinity Pool. Такая каскадная территория, здесь есть лежаки. Вот так вот нужно подняться по крутой лестнице. Есть такой магазин сразу же возле пляжа. Пляж Pearl Beach. Во время прилива вода доходит до ступени. Сейчас отлив. Эта вода вот ушла. Этот пляж идеальный, поскольку на протяжении дня здесь можно купаться. Каяки можно брать бесплатно и отправляться кататься в океан. Здесь нет волны, поэтому на каяке будет очень комфортно. Категория Ocean Front находится сразу же возле пляжа и рядом с этой лестницей. Всего 37 номеров, но оушенов здесь 10. Буквально сразу же за оушенами находится категория Garden. Они все расположены в блоках на 3 номера. Тут достаточно крутая такая дорожка, поэтому нужно аккуратно ходить, потому что тут сантиметров 30, наверное, высотой. Если не заметить, можно нормально упасть в кусты. О, смотри, какое животное. Привет! Приближаемся к зоне спа. Здесь она прям настоящая. Всего здесь 2 комнаты. Одна сингл и другая для пары. Очень вкусно пахнет здесь, хорошо, все, что нужно есть. Нету, правда, кондиционера, но это не проблема. Здесь не жарко. Сейчас вам прайсик сразу же на спа, чтобы вы для себя выбрали, что надо. Продвигаемся в другую зону. Другая часть, другой пляж. У Pearl также есть другая сторона. И эта вторая сторона расположена в бухте. Категория бичрумы. Они расположены вот таким вот по 2 бунгало. Отдельно стоящих. И выход идет к пляжу. Вот сюда. Показываю категорию Beach Room. С террасы они одноэтажные. С огромнейшей кроватью. С зоной такой гостиной. С чайно-кофейным набором. Лампой интересной такой. Дальше сразу же при входе вы заходите в ванную комнату. С душевой. Хотел бы обратить внимание на супер сейф. Выглядит очень надежно. И такой вот летний такой прям с душем. Идем к пляжу номер 2. 2 бара работают одновременно. Один на одной стороне, другой на другой. Работают они с 7 утра и до 10 вечера. Детский клуб здесь выглядит таким образом, что он качельки. Очень просто, чтобы деткам здесь было хотя бы хоть минимально чем-то заняться. Хотя, по сути, вокруг это одна большая песочница. Деткам здесь можно организовать какие-то активности, то есть им представляют человека как няню, которая будет ими заниматься, организовывать какие-то мероприятия, какие-то активности. Это бесплатно здесь. Так, это здесь красивый баобаб есть на территории, сразу возле 2-го пляжа. За счет того, что лагуна мелкая, вода здесь просто уходит. Коралловые тапочки желательно? Но не обязательно, потому что здесь, в принципе, ничего опасного нет, ежей здесь нет, ежики все чуть-чуть дальше. От 2-го пляжа, если пойти чуть левее по берегу, можно дойти до единственной виллы с 3 спальнями. Во время отлива вот так выглядит вилла, которая идет на 3 спальни. 3-bedroom private villa находится в отдалении. Здесь свой бассейн для вилла и зона джакузи. И сейчас тут люди, поэтому не получится показать ее изнутри. Вот через такие кусты нужно пройти.
до этой private виллы. Интересная. Джунгли такие. Сюда иногда даже приходят обезьяны Красный Колобус. Можно их здесь встретить. А на этом все. Я вам показал все, что находится в отеле Pearl. Если тебе понравилось это видео, не забудь отреагировать, кликни лайк. Хочешь продолжения? Подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!